Я могу тебе чем-нибудь помочь? О, дай-ка я угадаю. Тебя послал Актар. Боюсь, что его походные алтари еще не прибыли. Война, знаешь ли, товар в дефиците. И все такое, понимаешь? Никто меня не присылал. Уж точно не Октар. Ой, прости. Просто у тебя такой представительный вид. Я и подумал, что ты один из мордоворотов Актара. Это, очевидно, был комплимент? Ну, конечно. Кстати, такие люди, как ты, всегда мне нужны. Если ты мне поможешь, я дам тебе взамен нечто весьма полезное. Что случилось? Ночью из дома напротив можно услышать голоса и приглушенные крики с верхнего этажа. А в окнах красный свет, точно кровавая заря. Я бы сходил, проверил, но боюсь. А как же городская стража? Они надо мной смеются. Надо мной! Нынче перестали уважать почтенных горожан. Я могу осмотреть этот жуткий дом, если что. Боюсь, что это может оказаться не так просто. Ключ от дома находится у его хозяина, а он такой кошмарный хам. У меня богатый опыт общения со всяким быдлом. Кто хозяин дома? Стражник Чак. Он отвечает за складскую комнату. Найдешь его сразу справа за воротами. Ты что же, хочешь, чтобы я настроил против себя всю городскую стражу Стерки? На этот счет не переживай. Чак такой урод, что его ненавидят абсолютно все. Даже его товарищи пальцем не шевельнут, если Чак вдруг скатится по лестнице и свернет себе шею. Я бы хотел посмотреть... Мое белье. Час от часу не легче. Тут нравится. Чёрт, как нужно. Проваливай отсюда, шельмец! Шёл вон! Спокойней, Чак. Мне нужна твоя помощь. Что ты тут забыл? Чё тебе надо, коротышка? Всего лишь ключ от твоего дома. Тогда тебе даже больно не будет. Я тебя верно расслышал? Ты хочешь ключ от моего дома? Точно, я хочу проведать твоих шумных жильцов. На кой ляд тебе сдались мои жильцы? Ты совсем рехнулся? Не говори, что я тебя не предупреждал. Когда я разделаю тебя под орех, пойдешь на корм свиньям.
хватит! Ну, кто из нас свинячий корм? Гони ключ! Вот он! Радуйся, пока с жильцами не встретился. Встречусь. Они тебя разорвут. Пикнуть не успеешь. А ты тому только рад будешь, да? Это уж точно. Можешь поставить на это последнюю рубашку. Сейчас я тебя отделаю! Хоть овощи теперь расти начну. Thank you.
Заходи, не останавливайся! Мне бы хотел... Ты ведь не из этих мест. Ты кто? Старина Винстан из городской стражи. К твоим услугам. Что происходит в городе? Из-за повстанцев ввели особое положение? Все в полном ажуре, приятель. Мы держим руку на пульсе событий. Нам повстанцы не угроза. Стой! Дальше ни шагу. Почему я не могу пройти? Потому что я так сказал. Это спуск в темницу, а тебе там делать нечего.
Хочешь чего-нибудь купить? Добро пожаловать! Есть новости? Что там происходит? Там было сущее змеиное гнездо. Да ты что? Кажется, это были служители культа Белиара. Больные ублюдки, не от мира сего. Все даже хуже, чем я думал. Надо немедленно позвать стражу. Поздно звать стражу. Культисты отправились к своему богу. Ха! Ну ты молодец! Это ж подумать только, кто у меня был в соседях. Вот твоя награда. Ты заслужил ее сполна. Ты упомянул про походные алтари. Продаешь их путникам? Я продаю все и вся. Для Актара, к примеру, я привез два. Из Готы – величественный алтарь Иноса, а из Бакареша – резной алтарь Белиара. Добрый человек просто не знает, куда девать свои деньги. Разве этим занятием ты не навлекаешь на себя гнев богов? Я всю жизнь изучал божества. И могу сказать тебе только одно. Мелочи их не интересуют. Ты жрец? Я ученый. О богах я мог бы поведать такое, что у священников последние волосы дыбом встанут. Эти дремучие ослы всегда рады смотреть только на одну сторону монеты. К правде их калачом не заманишь. Это кощунство. Брось. Я этим занимаюсь уже более 20 лет. Кабы нашим божествам было до этого дело, они бы давно меня поразили. Ну что, милейший, хочешь услышать кое-что малоизвестное широкой публике? Или забоишься гнева Инноса? Я не боюсь богов. Расскажи мне о тайнах Инноса. Тебя ведь с детства поучали, что солнечного бога надо любить, почитать и бояться. Огонь, свет, порядок. Он воплощение самого лучшего на Земле. Не так ли? Так. А вот и нет. Иннос вовсе не пастырь человечества. Будь его воля, Иннос насадил бы в этом мире абсолютный порядок. Жестокий, безжалостный, твердокаменный. Иннос ненавидит свободомыслие. Ты на полном серьезе утверждаешь, что упорядочивать мир плохо? Король Робор тоже стремится к порядку. Он жаждет объединить все враждующие между собой королевства в одно, для нашего же блага. Цена мира – война. Давай поговорим о другом. Что скажешь о Белиаре? Только не пытайся меня убедить, что его истинные ценности – это мир и любовь. Нет. Однако этот бог вовсе не столь ужасен, как его привыкли изображать жрецы Инос. Выходит, всему виной недоразумение, на самом деле он желает нам добра? Нет-нет. Белиар хочет нас уничтожить. Он извечный враг человечества с начала времен. Но? Он же олицетворяет свободу, самоуважение, независимость и честолюбие. Этого вам в храме, небось, не говорили. А что насчет бурь, молний и теней? Небольшой дождик еще никому не навредил. Да и как людям спать по ночам, не будь за окнами тьмы? Даже и не знаю. Давай поговорим о другом. Скажи, а что тебе известно об Аданосе? О, мы добрались до последнего в трио. Сей бог весьма интересен. Нет алтарей, очень мало последователей. И при всем этом Аданос – самый важный бог. Самый важный бог? А как же Иннос? Нет.
У Иннаса просто больше всех последователей. Но именно Аданосу мы обязаны своим существованием. Он что, создал род людской? Никогда о таком не слышал. Нет, конечно. Вернее, не совсем так. Вместо этого он не дал уничтожить человечество в разгар ссоры между братьями. Аданос воплощает равновесие, золотую середину. Он окидывает своим пристальным оком весь мир и удерживает своих братьев от дурных поступков. Выходит, он самый хороший бог? Ну, пока что вроде бы человечество процветает. Впрочем, вряд ли это заслуга Аданоса. Он разве что снисходит до сокрушения народов. Все, я запутался. Ради поддержания равновесия Аданос готов пойти на все. Так что нет, он не хороший бог. Я скажу так. Хороших или плохих богов нет. Они просто боги. Они просто есть. Хватит, давай сменим тему. Я бы хотел пос... Час от часу не легче. Мое дерево.